Если захотите, он и форс, он и цум, так и называется. Можете поехать, конечно же, прицениться, посмотреть, купить, подарить, сладости и так далее. Сразу говорю, в кадре ювелирные кожаные изделия, пожалуйста, не приобретайте. Хотите, вон Анталия есть, увезут, привезут, трансфер ходит в вашу путевку. Не надо, чтобы потом мы разбирались, вызывали полицию, чтобы я с ним орал, кричал, потому что тут раз не было неделю назад, где взяли золото и было вышло позолото. То есть это базар. Пожалуйста, на базаре не надо там золото. Там это базар. Одним словом. Если хотите что-то посмотреть, где есть Анталия, есть большие торговые центры, где сертификаты, гарантии на 3-5 лет дают, где вы можете там на месте его проверить. И там есть и отдел, где они могут ваши изделия почистить, поделать, там, не знаю, поремонтировать, все, что хотите. Это все находится в Анталии. Запомните. Беляк у нас население 3000 человек. Это маленький курортный район. Здесь нет больших торговых центров или что-то центр еще. Стоит, все находится в Анталии. В Анталии, потому что это 2 миллиона населения. Большой город. 2 миллиона. Что касается по поездкам, друзья мои, поездочек очень много, я не хочу ваше время занимать. Вам всем дали что? Проспекты. Кто их книжечек? Там все есть. Я просто могу рассказать, и вот здесь могу раздать вам прайсик. Вот такие прескуранты есть. Здесь написано название отеля, здесь написано цены взрослые, детские, еще ляльки есть. И здесь есть смайлики и даты, на какие даты что есть. А здесь расписание, что входит и так далее. Первые 5-10% на перелетной экскурсии есть 5% скидки, на обычные поездочки есть 10%. Это вот действует на первый день, если вы захотите приобрести. Ну и, конечно же, если у кого-то есть 39 тысяч долларов, можно купить квартиру, ключик. Через 3 года можете гражданство, конечно же, получить турецкое. Это, конечно же, на берегу моря, 800-500 метров, 46-45 квадратных метров площадь квартиры. Если кто-то заинтересует, захочет от застройщика, это, конечно же, можете подойти, потом отдельно поговорим, если надо, консультанта пригласим. А если кто-то прилетел, чтобы попасть в Иерусалим, это не экскурсия, это паломничество, это святые места. У нас такой возможности нет, чтобы за 279 долларов полететь куда-нибудь в мусульманскую страну, где вокруг черного камня, после Рамадана, тем более, у нас надо полгода стоять в очереди. Как минимум сумма должна быть от 4,5 тысяч долларов и больше, потому что там с отеля привозят таксисты за 5 долларов, увозят обратно за 25 долларов, вот, хотя мусульманская страна, видите. Вот. То есть у нас нет такой, у вас есть такая возможность за 279 долларов полететь в Иерусалим, посмотреть все святые места, начиная от гроба Господня, Стена Плач, Мертвое море, река Иордания. То есть все святые места, один день, даже печать не ставят в паспорт. Транзитом вы туда заезжаете, транзитом вы туда выезжаете. Вот, сопровождение русскоговорящего гида. Только берете 10-20 долларов. Там, я не знаю, если захотите благодатный огонь привезти домой, то есть это 33 свечи по возрасту Иисуса Христа. Это все там, конечно же, по вашему желанию. Трехразовое питание,